Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить шашлык из картошки с курицей. Или наоборот, шашлык из курицы с картошкой. Как лучше, я еще не знаю, но это готовится очень быстро. Это самое простое и самое популярное блюдо, которое вы можете приготовить абсолютно не имея никаких ни инструментов, ни особенных продуктов. Для такого простого блюда я буду использовать небольшую картошечку, куриную грудку и вот такую сетку. Это сальник. Сетка именно из свинки, потому что у коровки сетки нет, такой, которую можно использовать. А из барашка вот эти все прожилки, они очень жирные и слишком толстые. Будет много жира, нам столько не нужно. Я нарезаю куриную грудку небольшими кусочками. И буду чередовать картошечку и куриную грудку. Головы от зернового самогона. Прекрасное средство для розжига костра. А как сделать самый лучший зерновой самогон, ссылочка вот здесь вверху. Вот такие классные шашлычки из картошки с курочкой или из курочки с картошкой, но они уже настолько аппетитные. Сейчас вообще будет супер. Смотрите, для того, чтобы картошечка очень быстро приготовилась, я буду делать вот такие разрезы до самой шпажки, на тоненькие лепесточки. Таким образом, жар очень быстро дойдет до картошечки, и она моментально приготовится. Грудка даже не успеет просохнуть и будет очень сочная. Вот такие узенькие полосочки я делаю. И с другой стороны. Все любят, чтобы мяска было побольше, поэтому я с другой стороны тоже одеваю кусочек мяска. И пока откладываю вот сюда. И следующая картошечка. Для того, чтобы шашлык из картошки с курочкой получился обалденным, я буду использовать несколько пряностей. Это зира. Кандари, кориандр, розовый перчик и зеленый перчик. Все это я хорошенечко растираю в ступке. Шашлычок. Каждый шашлычок я солю отдельно. По чуть-чуть. И хорошенечко приправляю смесью пряностей. И в сеточку. Во, красота! Вот такой шашлычок в сеточке.
Получился! Сейчас на огонь, на решеточку, и будет супер вкусное блюдо! О, какой аромат уже пошел. Быстро. Шашлычок из курочки и картошечки. Или из картошечки и курочки. Обалденно, готовится быстро. Я думаю, за 10 минут вот это все приготовится и будет очень вкусно. Вот так, когда делаем шашлычок на такой решетке, нет необходимости в подставках для шампуров, и они будут равномерно на любом бочке жариться. Я захочу, положу на любую сторону, и оно будет прекрасно прожариваться. Решетка супер! Друзья, если вам нравится такая решетка, пишите мне на электронную почту, и мы договоримся, как она появится у вас. Шашлычок из курочки, из картошечки и в бараньей сетке. Ай, какая красота! Даже сетку не хочу разворачивать, потому что знаю, что это все объедение. Но как же вам показать, насколько это вкусное? О, картошечка. Пахнет дымком. Мяском. Настолько классно. Оно просто объедение. Настолько вкусное. Так просто готовится так быстро. Сама сетка обалденная. Очень вкусно, очень быстро готовится шашлык из картошки с курицей. Шашлык из курицы с картошкой. Друзья, самый простой рецепт всегда выручит вас в любой ситуации. Берите его на вооружение, готовьте по моим рецептам, и у вас всегда будет самое лучшее блюдо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие огромные лайки, пишите комментарии.
Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех самых вкусных видео на моем канале. И помните, кухня – самое спокойное место.